Теплая зима в этом году сказалась на состоянии дорог в Чувашии. Больше всего пострадали региональные трассы. Однако погода позволила раньше выйти на ямочный ремонт. Его на отдельных участках начали уже с марта. Каток и свежий асфальт дорога в Марпасадском районе не видела целых 13 лет. Этот участок дороги до того Шошинского поворота делалось в 2006 году ко дню республики, которая делалась в Марпасадском районе в 2006. А этот участок до примыкания Волга-Марпасад, он делался в 2007 году. Здесь легкий ремонт был, просто асфальт по асфальту было. То есть межремонтные сроки в принципе не соблюдаются особо тогда? Здесь в разы уже как бы межремонтные сроки превышены уже. Понятно. Да, если считать 4 года, 4 раза превышены уже здесь на этом участке. Дороги регионального значения давно требуют внимания. В нормативном состоянии сейчас лишь 44%. Здесь на участке автотрассы «Волга» от Лашева на Новочебоксарск идет ямочный ремонт. На протяжении 5 километров готовят участки под заливку горячим асфальтобетонным покрытием. На содержание в этом году по региональным дорогам выделено более 730 миллионов рублей. Это только по региональным. Если взять еще районные и муниципальные дороги, это еще 320 миллионов рублей. Нагрузку трасса терпит сезонную. Грузовозы с песком и другими инертными материалами начинают ездить с середины весны. Их маршрут проходит и по дороге Кугейсе от Лашева на Новочебоксарск. Участок в 8 километров 3 года назад ремонтировала подрядная организация «Воддорстрой». В этом году здесь пошли трещины. Их устранят по гарантии. Значит, здесь выполнялся простой ремонт, асфальт по асфальту, грубо говоря. И, естественно, значит, на покрытие распространяется на 4 года гарантия. Трещины, они отраженные, продольные трещины, которые нами в ближайшее время будут как бы залечены, залиты будут мастикой, битумной мастикой. Начнем на этой неделе, и в течение 10 дней мы это закончим. К концу этого года в нормативном состоянии должны быть не менее 46% всех дорог Чувашии. Это планы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика.